Так, 25 июля 2021 год, Харьков, час 56 по Киеву, полнолуние было вчера, ну, мне кажется, немного мы и потеряли. За те несколько часов, которые прошли с момента этого самого полнолуния. Полдвенадцатого. Так, снимал все максимальное увеличение, ничего не трогало. МКС, облака нашли буквально, собрались. Конденсировались в течение нескольких минут, ужасно, просто исчезли на глазах Юпитер и Сатурн и Луна. Но МКС только удалось снять. Ух, красотень! Ух ты, какая-то галочка. Практически прямой угол. Прям как какое-то искусственное, неприродное. Наслоение на Луне. Природа прямых линий не терпит. Как известно, а тут четкий прямой угол. Ух, тянет меня. О, Аристарх вполз. Да, это же он. В левом верхнем углу. Так, наверное, сейчас попробую все-таки. Резкости поиграться. Так, куда-то мне туда кадр убрали. Так, это у нас кратер Платон. Идеально круглый. 100-километровый. Ну, то есть 100 километров в диаметре. Ах ты, красавец! А вот и опять Аристарх, но теперь уже в нижнем левом углу. Ладно. Пошли, наверное, посмотрим мы на... Так, это сейчас настройки. Светочувствительность, выдержка 1 к 100 была. Один к 160. А ISO 125. Вот у нас 1 к 30 выдержка. Извиняюсь за такое. Засветку, но хочу я сейчас снять Сатурн
А он у нас товарищ тусклый. Юпитер он сверху виден. Аж бегом. Вон он, красавец. Да, сейчас попробуем в Сатурн попасть. Он в 5 угловых градусах от Луны. Вот. Вот он, вот он, вот он. И в 1 миллиарде 338 километрах. От Земли. Тускленький. Поэтому выдержка 1 к 30, 125 ISO. Ну вот наш мексиканец сомбреро шпарит буквально параллельно Земле. В том смысле, что горизонту. Наверное, надо будет снять на более высоких настройках. Все-таки 125 ISO маловато. А пока пошли. Снимем Юпитер. С Галилеевыми спутничками. Да, мы же их увидим. Даже при такой светочувствительности. Я на это надеюсь. Ой, ну слабенько их видно, конечно. Да, идеально чистое небо, к сожалению. Ну, жаловаться не буду. И на том спасибо. Так, вот вползает у нас слева первый спутник. Это спутник Ио в кадр. И вот наш газовый гигант со штрих-кодом экваториальных полос. 615 миллионов километров до него. Вот у нас спутник вполз. Ганимед, Европа. А Калиста придется, наверное, чуть-чуть пониже. Но вот так. Уйти, чтобы Калиста засечь. Сейчас должен быть слева. Калиста. О, вот он слева, Калиста. Все, комплект. Вот красота. Так, ребят, сейчас выдержку, наверное, все-таки чуть-чуть меньше сделаю. Спутники исчезнут, но полосы будут получше видны. Ну, вот так. Все, пошли на Луну, посмотрим, мы будем следующий дубль снимать.
увеличивая светочувствительность дома. Сатурн не такой тусклый был. По Киеву, в Харькове, 25 июля 2021 год, дубль второй.